Ютербок. Военный городок в Фуксберге. А по Фуксберге, по улице Фуксберг. Мы рядом со зданием школы в Ютербоге. Вот здание школы. Средняя школа номер 71. Спортзал. Школа. А мы на въезде в расположение воинской части. Вот сюда как раз можно было заехать. Можно было. И теперь заезда здесь нет. Пытались дом посмотреть. Я пытался, я прошел туда, к дому, который в УЖД. Ну, невозможно туда идти. В обычной одежде надо обязательно специальную униформу, чтобы пройти через жар, через заросли. Ежевика и другие растения произрастают. В следующий раз мы зайдем к этому дому. Именно здесь вот мы зайдем, в эти ворота. Да, в правую сторону. Там пустырь до самого ДОСа батальона связи. Пустырь. А мы подойдем, попробуем пройти к мосту через ЖД. Вот вдоль этого забора. 27 июля 2022 года. 18 градусов тепла, 11:30. Вот забор такой. Кованый, из кованых элементов. Температура воздуха или окружающей среды падает. Недавно было 5. Пешеход прошел. Музыкальным сопровождением. Недавно было 37, вот сегодня 18. Солнце появилось, зато не было солнца. Вот видно, что падают уже, опадают листья. Очень сухо было. День назад дождь проходил. Ну и потихонечку пойдем. Школа. Здание школы. Уже она выкуплена, это здание. Оно имеет собственника. Никакие работы не ведутся. Начали было вырезать тут, расчищать территорию. И приостановили всю деятельность. Это Фуксберге улица. В эту сторону выезд на Бетенвальде. Спортзал школы. Само здание. В эту сторону прямо и налево туда. Штабу дивизии. Мы поворачиваем направо, к мосту. Вдоль этого забора. Вот тротуару пока. Вот здесь где-то элементы. Ах, мы не увидим. Некоторые там символика.
на военную тему. Вдоль забора по тротуару мы пошли в сторону моста. Не видно. Скоро осень. Только недавно, вроде как начало с лета. А уже 27 июля. Август на носу. Автомобиль знакомый. Вот этот дом, который мы обозначили, дом у железнодорожного, у моста через ЖД. Вот этот дом. У меня было намерение зайти на территорию и там с той стороны посмотреть, но не получилось, я уже объяснил, пояснил причину ворот. Здесь небольшая калитка. Здесь же место для дежурного, для часового. Дежурный. Часовой. Подчеркиваем. Дневальный или дежурный. И так закрыто. Здание — собственность евангелистской церкви. Но почему-то ничего не делается с этим зданием. Мы были с вами во всех помещениях. Здание подвальное, чердачное смотрели. Солнце снова выходит. Зашло, не успев выйти. Также вдоль забора мы потихонечку идем. А что? Пару лет назад случился пожар. Конечно, сам по себе он тут ничего не загорелось. Мы на тротуаре, и прямо уже мост будет. Здесь забор был, останки забора. Солнце появилось. Вот этот дом. И мост. Здесь многие, конечно, ходили. И многим он памятен, этот мост. О, тут уже появляются замочки. Да, начало положено. Он поезд из Берлина идет. Под мостом. О, второй навстречу. О, как мы попали. И велосипедист. Один состав пассажирский стоит. Он как бы не два, а пассажирский вот стоит один. Так. Нет, это не пассажирский. Это все вот один поезд, но не пассажирский. Стоит под мостом. Зато мы видели, два поезда прошли в разных направлениях. По мосту мы пошли. Вон еще один
красного цвета пассажирский состав. И поезд, он хвост, мы увидели, он там где-то будет, хвост поезда. Ну, то, что мы намеревались пройти, мы прошли. Прямо налево Ютербок 2. Рампа. ЖД вокзал прямо. Там, по-моему, стоит поезд. Да, это оригинальный, он стоит. Это идет через Алтыслагерь на Берлин, на Ванзее. Он желтенький. Отстаивается там, уходит на маршрут. Вокзал. Назад идем. Все гудело, вот пошел, который я говорил сначала, пассажирский, а потом поправился, вот он пошел. Это специальный состав, вот локомотив. Да, другие поезда ходят сейчас. Еще один идет поезд. Мы подгадали с вами. По-моему, грузовой идет. Как товарный. Солнце ярко появилось. Вон он ползет. Цистерны, что ли, у него. Да, и тот пошел, который вон красного цвета стоял. Вот сколько мы их увидели. Да, это грузовой состав. Может, с другой стороны идет еще поезд. Нет. А здесь дорога, которая вдоль ЖД и туда, к вокзалу. А здесь тропинка. Вон там тропиночка идет, и можно пешеходом выйти на мост. Он уже тут близко. Вот он, этот состав остановился. Вот он. Пропускает, видимо, кого-то. Какой-то поезд, состав. Ах, вот он, который я говорил, региональный. Вот он, желтенький, ползет. Он сейчас тут как-то, видимо, перейдет туда на другие рельсы. Вот он желтенький, приполз. Сначала пойдет на Алтыслагерь. Вот первая станция. А потом уже все остальные. Трейбрицин, Вельцы, Потсдам, Берлин. Каждый час ходит этот желтенький. В праздничные выходные дни. Один раз 2 часа. Этот пошел. Да, проходят поезда. А мимо пролетают поезда. Вроде как песни. Но сегодня мы не видели, чтобы они пролетали. Мы видели, они потихоньку идут.
Вот он разгоняется и пошел. И мы тоже уходим. И мы уходим по мосту к автомобилю. Вот с этой стороны как раз туда тропинка. Вот здесь тропинка, и можно спуститься и вдоль ЖД туда пройти к вокзалу. Вот. Вот он сам мост с этого ракурса. Конечно, тоже изменился. Уже на наших глазах. Не так давно он тут реставрировался. Ну, жилые дома. Вот жилые дома. Со зданием школы ничего не происходит. Я уже говорил. Поэтому там не задерживаемся. И внимание не заостряем. Какие-то будут изменения, мы, конечно, будем знать и навестим. Вот этот дом уже, да. И прямо комплекс школьный. Да, в следующий раз это будет не так долго. Мы зайдем на территорию. Посмотрим. Всем всего доброго, до свидания, до новых встреч. 27 июля 2022 года. Это был дом у РД, у моста через РД и окрестности. Может, посмотрели поезда.